нравится идея этого турнира, потому что происходит популяризация всего российского футбола. Вот, и это, безусловно, это очень хорошо. Побольше нужно таких турниров, и чтобы не только профессионалы могли играть в футбол, но и любители, и дети, и девчонки. Так что это все нужное дело. Вера в собственные силы, работа и взаимовыручка. Да, мы понимаем, что, возможно, там тоже есть неплохие команды, но надеемся только на победу. Так как наш тренер Валерий Кетчин, для меня это втройне, я даже скажу, приятно воочию увидеть, так сказать, кумира своего детства. И опять же, я поддерживаю здоровый образ жизни и спортивную составляющую в каждом человеке. Ожидал, что уровень мастерства игроков будет гораздо ниже, поэтому я очень приятно удивлен. Я буду болеть за, наверное, все-таки за Аргентину. Я буду болеть за сборную России. Опять же, я понимаю силы нашей сборной. В дальнейшем думаю болеть за сборную Германии. Надо быть реалистами. Если будем в тройке, будет вообще супер. А так буду болеть за сборную Аргентины.